8 марта под ЦКБ Укрзализницы шумно и многолюдно. Сторонники Тимошенко съехали сюда со всех уголков страны, чтобы составить компанию своему лидеру. В коробках у активистов несколько тысяч поздравительных писем, открыток и детских рисунков, адресованных экс-премьеру. Уважаемая Юлия Владимировна, поздравляем вас с праздником весны. Желаем скорейшего выздоровления и свободы. На территорию больницы нардепы вносят огромное алое сердце, привязывают его к шарам и отпускают в небо, направляя к окнам палаты лидера оппозиционеров. Огромные хапки цветов пришлось оставить в больничном коридоре. К Тимошенко народных избранников не пустила охрана. А вот эта роза, уверяет Владимир Косов из Кировограда, не завянет, даже если ее передадут экс-премьеру не сразу. У нас сварщик зварив Юлі волю. Такие и розочка из заград. Впервые, бросив любимых женщин, в Харьков приехали и соратники Леди Ю. Те, с кем она работала в Кабмине и единых энергетических системах. Ну, я хочу сказать, что никто ее людину не забывает. Ее невозможно забыть, потому что она особлива людина. И я очень рад, что у меня есть нагода сегодня и приветствовать из 8 березня. Но та, ради кого было затеяно действо, увидеть его не смогла. Была на медпроцедурах, говорят в больнице. А телевизор из ее палаты забрали несколько дней назад. Юлия Черная, Олесь Стойко, медиагруппа «Объектив».